Самая маленькая рыба, самая большая цепочка из улова и лучший рыбак 2023 года. В сельском поселении Сытомино прошел традиционный фестиваль рыбной ловли. Сытоминские берега Сургутского района в этот раз объединили около 400 любителей покидать удочку и отдыха на природе. Кто, несмотря на порывистый ветер, в день проведения смог выловить больше всех речных обитателей и получить главный приз – сертификат в рыбацкий магазин на 70 тысяч рублей – знает Валерия Кудрявцева. С 8 утра в субботу берег реки в сельском поселении Сытомино был усыпан людьми наперевес с удочками. За звание «Лучший рыбак» на фестивале «Сытоминские берега» в этом году боролись 137 человек. Кто-то уже давно не представляет свою жизнь без лески и наживки, другие взяли снасти в этот день впервые. Рыбалка с детства. Я не скажу, что я прям рьяный такой рыбак. Ну так, с семьей выйти, отдохнуть. А у нас друзья в прошлом году ездили. И именно они подбили нас. Мы тут огромные компании, 3 семьи, 10 человек с детьми. Рыбалкой увлекаюсь уже около, наверное, лет 25. На соревнованиях этих впервые. Решил с пользой выходные провести. Вот учимся сегодня впервые. Сегодня только научились рыбачить. Вчера дома тренировались, удочки кидали по дому. Все, а сегодня сразу начал рыбачить. Я ему предложил, он сразу сказал, давай поедем. Главное, чтобы погода была, да, удача, да и все. Хорошая наживка. Погода, к слову, в этот день не давала участникам расслабиться. Порывистый ветер так и норовил сдуть леску с наживкой подальше от заветного рыбного места. Однако опытные мастера удочек знали, какие именно снасти помогут выловить как можно больше рыбы даже в таких условиях. Секретов много, но вот именно вот здесь, вот на берегу, вот именно вот тут прям, если тут больше всего, конечно, играет роль это донные снасти, то есть на донку. То есть. А так все влияет. И температура, и давление, и ветер даже то же самое, и температура воды, и воздуха. Но сегодня именно вот большинство ловят тут на донке. У кого донные снасти, те как бы ловят там и ези, и подъязки, и налима вот нас уже половили, вот стерлядку половили тоже. Ну, как бы стерлядку отпустили, потому что благородная рыба. Чтобы стать победителем соревнований, нужно было выловить как можно больше обитателей реки всего за 4 часа. Главный приз – сертификат на 70 тысяч рублей в рыбацкий магазин. Были подарки и за номинации. Например, самый юный рыбак, самая маленькая добыча, самая длинная цепочка из рыбы и другие. Лучших определяли по итогам взвешивания. 0,86 – общий вес. 370 грамм. Пока рыбаки боролись за победу, гости фестиваля наслаждались выступлением творческих коллективов, проверяли свои силы в спортивных состязаниях, угощались бесплатной ухой из местной рыбы. К слову, на Сытоминских берегах традиционно выявляют и лучшего повара. Секрет вкусной похлебки Любови Кузнецовой, например, в том, что в суп она добавляет 5 видов рыбы. Причем женщина, несмотря на возраст, ловит ее сама. Я 3 дня удила, все-то поймала. Можете поверить. 72 года, кто врет? Я уже не вру, пока в своем уме. Это только соль. Потому что эта рыба, вся эта рыба разная. Надо по времени правильно варить. Рыба же это разная, которая долго варится, которая не так долго. Она дает навар сама рыба. Она напитывает вот эту уход. Когда вы попробуете, вы просто вам очень понравится. Все витамины и реки, и озера, и морей тут. Как отметили организаторы фестиваля, в этом году количество гостей и участников соревнований значительно больше, чем в прошлом. На праздник приехали жители не только Сургутского района, но и Нефтеюганского, Сургута. Всего около 400 человек. Участников много, желающих много, воля к борьбе есть. Даже когда уже был выстрел об окончании соревнований, последний участник вытаскивал. Я думаю, вот она последняя рыба сегодняшняя на соревновании. А так, хочется сказать, что это очень хорошо, что мы проводим такие мероприятия. Очень хорошо, что мы их проводим именно в тех местах, которые являются традиционными.
Лучшим рыбаком этого года стал житель Сытомина Вадим Поляков. Мужчина, к слову, подтверждает это звание уже третий год подряд. Возможно, секрет в родной земле, которая приносит удачу. Валерия Кудрявцева, Никита Бабенко, Сургут 24, Сытомина.